всем привет. Меня зовут Фагмачинский Ян. И я вам сегодня представлю сервис по верификации документов на блокчейне. Пару слов скажу о себе. Я владелец IT-компании, мы делаем сложные софты. Один из них — это сервис по автоматизации маркетинга. Он позволяет в омниканальном режиме автоматизировать и усиливать онлайн-маркетинг. Там всякие конструкторы лендов, конструкторы чат-ботов, все в одной коробке. Также у меня есть агентство по digital маркетингу, и мы делаем такие длинные туннели, захватываем людей, утепляем и продаем им в больших количествах разные продукты. И я владелец онлайн-университета, мы делаем 12 миллионов оборотов в месяц, кроме января, на продаже цифровых различных продуктов. И один из наших сервисов – это сервис по верификации документов на блокчейне, о нем, собственно, сейчас я вам и расскажу. В мире просто колоссальное количество бумажных документов, и их легко потерять, их легко подделать и крайне сложно восстановить. Более того, роботы не понимают наши бумажные документы, что крайне тяжело получается синхронизировать документы между странами, между организациями. И если перевести эти документы в электронный вариант и верифицировать их на блокчейне, то это может быть возможно. Собственно, наш сервис позволяет это сделать. Мы сделали такую инфраструктуру, которая позволяет это воплотить в жизнь сейчас. Да, у нас готовый продукт, это даже не MVP, это уже полноценное решение, которое мы уже сделали, и оно уже, мы имеем более 50 подключений, и сейчас мы подключаем университет Беркли, Калифорнийский университет, университет Сан-Франциско и два очень больших государственных учреждения российских. Это в апреле интеграции будет. Так, куда кликать? Да, там очень сложная инфраструктура, сделана так, что разные страны могут совершенно без опаски обмениваться данными организации. Мы не храним даже более персональные данные, мы все кэшируем и только хэши храним, а настоящие данные, их даже у нас нет. Поэтому страны и компании могут не переживать за данные, они просто ими легко обмениваются. И для обмена, для публикации нужен токен, чтобы вся эта система работала в автономном режиме, мы не могли подделывать или там вмешиваться в ход системы. Так, в нашей команде на самом деле много людей, около 40 человек, и есть партнеры, которые уже провели различные ICO и собрали деньги на свои блокчейн-проекты. Они собрали 45 миллионов долларов, 35 миллионов долларов, 25 миллионов. И часть данных людей у нас в команде уже есть, и мы с ними в очень плотном режиме сейчас проводим пресельный раунд, и потом начинаем делать 3 месяца ICO, которые завершатся к июню месяца. Один из наших ребят, который в нашей компании сейчас работает, он провел свой проект, и они увеличили капитализацию своей монеты и своего проекта в 42 раза за 4 месяца. Поэтому мы уверены, что все будет и с монетой, и с проектом хорошо, потому что он такой довольно твердый. Мы собираемся собрать 30 миллионов долларов до конца июня. И вы можете... Тут, конечно, все съехало в презентации. Но, в общем, вон там вот есть Telegram. Вы можете либо туда написать, либо зайти на сайт и узнать подробнее, скачать красивый кит, где все подробно написано. Да, и сразу надо сказать, что мы не продаем долю, мы продаем только токены, потому что нам сейчас очень много предложений от фондов с целью выкупа. Но мы его вообще не рассматриваем. Спасибо.